Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий – признанный центр высшего образования и науки с 50-летним опытом подготовки хорошо образованных, высокооплачиваемых и востребованных в реальном секторе экономики молодых специалистов. С момента создания в его стенах подготовлено более 30 тысяч специалистов, которые успешно работают на многих предприятиях пищевой и химической промышленности в сфере общественного питания и торговли Республики Беларусь и за ее рубежом. В университете функционирует 19 кафедр, 5 факультетов. Химико-технологический факультет. Если вы всегда любили готовить вкусные блюда и хотите стать специалистом, способным разрабатывать инновационные технологии продукции общественного питания, организовывать процесс производства и обслуживания в кафе, ресторанах и барах, мечтаете стать ресторатором, то специальность производства продукции и организация общественного питания – ваш правильный выбор. Хотите создавать современные экологически безопасные композиционные материалы для химической и легкой промышленности, робототехники и нано инженерии, энергетики и медицины? Тогда ваше призвание – это обучение по специальности «Химическая технология органических веществ, материалов и изделий». Желаете стать создателями качественных и полезных молочных продуктов? Тогда ваш выбор – специализация «Технология молока и молочных продуктов». Здесь вы научитесь организации технологических процессов переработки молока, управлению производством, оценке качества сырья и готовой продукции. Обучаясь по специализации «Технология мяса и мясных продуктов», вы станете специалистом в организации производства широкого ассортимента мясопродуктов и в разработке инновационных технологий в отрасли. Если вы всегда мечтали спроектировать и построить свой мясокомбинат, тогда эта специализация создана именно для вас. Технологический факультет. Если вы хотите связать свою профессиональную деятельность с производством соковой продукции, детского питания, производства сушеной и замороженной продукции, в том числе из мяса и рыбы, то ваш выбор – специализация технология продуктов длительного хранения. Обучаясь по специализации технология бродильных производств и виноделия, вы овладеете навыками проектирования, контроля и управления технологиями и особенностями производства спирта, ликероводочных изделий, винодельческой продукции, пива, безалкогольных напитков и солода. Если вам по душе аромат свежевыпеченного хлеба и есть желание дарить людям праздник в виде шоколадных конфет, мармелада, печенья и других лакомств, тогда специализация технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов создана именно для вас. Обучаясь по специализации технология мукомольного, крупяного и комбикормового производства, вы научитесь создавать новые пищевые продукты из зерна, организовывать производственный процесс на мукомольных, крупяных и комбикормовых предприятиях. В процессе обучения по специализации технология продуктов детского и функционального питания выпускники получат знания в области нутрициологии, физиологии питания, использования пищевых и биологически активных добавок и смогут организовать инновационное производство продуктов детского и функционального питания. Если для вас важно будущее нашей планеты и вы хотите, чтобы профессиональная деятельность была связана с охраной окружающей среды, выбирайте для обучения специальность «Природоохранная деятельность». Экономический факультет. Если у вас хорошая память, вы внимательны, усидчивы и готовы освоить язык бизнеса, то специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – это ваш выбор. Управление финансовыми ресурсами в корпоративном секторе экономики, работа на кредитном и страховом рынках – все это сфера деятельности выпускников специальности «Финансы и кредит». Оценивать и подтверждать качество товаров, их безопасность, формировать ассортимент и управлять им умеют выпускники специальности товароведения и экспертиза товаров. Стрессоустойчивость, коммуникабельность, креатив – это важные профессиональные компетенции выпускников по специальности экономика и организация производства в общественном питании. Специальность управления инновационными проектами промышленных предприятий позволяет стать квалифицированным специалистом в разработке проектов, оценке рисков и управлении командой профессионалов. Высокий уровень интеллекта, внимательность, умение работать с большими объемами информации позволяет выпускникам специальности экономика и организация производства в пищевой промышленности прогнозировать развитие предприятия,
Связать свое будущее с организацией и планированием деятельности гостиниц и ресторанов, обеспечивать высокие стандарты сервиса с учетом тенденций развития мировой индустрии туризма поможет специальность «Технология индустрии гостеприимства». Механический факультет. Если вы хотите заниматься конструированием, монтажом и наладкой реальных промышленных устройств, машин и аппаратов для переработки и производства продукции пищевой промышленности, то специальность «Машины и аппараты пищевых производств» – это правильный выбор. Если вы хотите научиться автоматизировать и роботизировать промышленные линии и технологические процессы с использованием современной макропроцессорной техники и контроллеров, то ваш путь на специальность автоматизации технологических процессов и производств. У вас появится уникальная возможность создавать и эксплуатировать современные холодильные машины и кондиционеры, обеспечивать высокие стандарты микроклимата после обучения по специальности «Низкотемпературная техника», которая представлена на факультете двумя специализациями – холодильные машины и установки и оборудование для кондиционирования воздуха. Любовь к программированию не останется безответной, если вы сделаете выбор в пользу специальности «Информационные системы и технологии», где у вас появится реальная возможность получить теоретические знания и практические навыки в разработке прикладного и специализированного программного обеспечения. БГУТ – это гарантированное первое место работы на ведущих предприятиях Республики Беларусь. Выпускники БГУТ уверены в своем будущем. Делайте правильный выбор и поступайте в Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий.